10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Так. Так, это... я, короче, не доджу, потому что у меня уже есть бан на 8 минут. То есть, если я задожу, был бы уже 15 минут. А нет, 30 минут, 30. И еще тут вроде за меня есть хотя бы один норм игрок. Я точно не помню, или Кол, или Бок. Один из двух умеет играть. Но я не помню кто. Или Кол, или Бок. Надо все позакрывать. Закроем скайп. Закроем вебмани. Так, вроде бы все закрыл. А впрочем, уже это не обязательно, кстати. У меня уже есть 8 гиг памяти, наконец-то. Потому что я был как бомж с 4 гигами в 2014, представляете? И поэтому мне надо было во время стрима закрывать вообще все. Потому что иначе у меня бы лагало, если бы я не закрыл все. Мне даже было браузер закрывать, представляете? Мне надо было закрывать Chrome, потому что если там куча окон в Chrome открыта, то мне начинает лагать со стримом. Потому что у меня было 4 гига памяти. Это просто смешно, согласитесь. Но теперь у меня 8 гиг. С 8 гигами все хорошо. Так, я не знаю. Я надеюсь, Фускар пойдет фармить на бот, потому что это луз. Я просто ничего не сделаю. Фускар это, блин. Стоять на линии против Фускара это то же самое, что сосать хуй. Очень тяжело. Нереально вообще. Good. Come on. I want it. Ну, пойдем сюда, пройдемся, посмотрим, может там думчик. Хотя он уже, наверное, поставил варс. Меня радует сейчас, что руну никто не будет забирать, походу, потому что у них нету героя, который бы не помешал забрать руну. Ну только если не просто вдвоем тупо станут сюда вот, на руну. Я никак тебя не могу. Только так. It's a beatdown.
Go block your lane. I can't. I'm forbidden. You don't wanna hear the wine. The battle begins. Nice one. I gotcha! Double damage. Go on. First blood. I've been wanting to say that since this all began. See, I mean, we get first blood, and yet he have to fucking okay whine. So I rather not go top. All part of the plan. You sure? I'll just go fuck with Doom bottom or something. Да, я не смогу стоять топ даже с фрисбатом, я просто ничего не сделаю. Ну, против Хускара нереально стоять. Right. Что я ему могу сделать на сладке? Хускар ебет сладко просто в ноль. Right. Мне ВНК не помогла бы ничем на самом деле. Это ли не? А, он вар поставил, заебись. Еще лучше. Так, мне надо купить сейчас топор будет, наверное. Right. Хотя бы... У меня есть сапог, уже Кира нету. Что он собирается мне сделать? Мне интересно. Что-то голос, блядь. Джакира без сапога, у меня сапог. Ну, блядь, Ice Rock, пожалуйста, пофикси вот этот вот рейндж на Джакира. Почему он стреляет 600 рейнджа на меня? Блядь, до свидания. Мне лучше хотя бы соло экспу получать. А то Венга придет, это вообще ничего не будет у меня. Просто пиздец. Это нечестно, Айс Рок. У него 600 рейндж от твоих хуйни. Они донают еще всех крипов, я вообще ничего сделать не могу в этой игре. Это, походу, что-то на уровне луза. Я пропущу линию, это похуй. Я не хотел бежать туда, отводить на больших крипов, потому что они бы XS стилили. Я об этом уверен, почему на 100%, если бы сюда пошел, они бы XS стилили. А я бы еще пропустил золото, то, что у меня есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Изи! Просто изи, это очень важный крип. Это супер важный крип. Я же сапога нету, дружок. Что ты делаешь? Надо купить орбух пена, буду его гонять. Так, мне нужен орбух пена, но я пойду в обход. Как-нибудь его куплю. Ну да, с третьим левелом, конечно, у Хускара на дабл лайне уже сейчас будет выше левел, чем у меня. Я как будто на харде стою. Это прикольно. То чувство, когда ты на изилайне, но ты на харде. Это самое чувство. Опа. У меня орб. Мне походу на танго привезли будет снова. Я стакну себе этих крипов. И потом отведу. Я хочу получить экспу хотя бы за одного крипа. Вот, хотя бы за одного, давай. Все, спасибо. Мне надо танка срочно. Да, печально. Походу на базу пойду сейчас. Меня убьет, кстати. Если я получу дыхание, я умер. Ну и прочее.
Так, он потратил эту штуку. У меня эта вышка будет очень быстро пушить. Ну, с ним ничего не поделать. Ванга бы тут просто фидела. Джакира и Ванга — это несравнимые герои. Джакира в 100 раз лучше. Немного сильнее герой. Так, как человек XP получить еще? Я надо просто принесу бутылку. Dire's structures are fortified. Your top tower is under attack. Я не смогу им помочь, у меня нету ничего. Да, конечно, очень тяжелая игра будет. Ну ничего не поделать. Мне даже, блять, мне даже 100 левел, надо просто купить. Пожалуйста? Нет, не пожалуйста. У него будет армлет фаст, очень фаст. Бля, Хускара с фаст армлетом, когда у тебя ничего нету, невозможно убить. Просто невозможно, что бы ты ни делал. Блять, мы линии проебали, конечно. У них еще энигма в фрифармит лес. Очень хуёво пробовать линии, когда у врагов лесник. Блять, Хускара пятый левел, у меня тоже пятый. Бред, конечно. Хорошо, хотя ФВ получил. Никто не придет, не поможет, у нас герои хуёвые. У нас нет ни одного героя против Хускара. Ну, Акс это хороший герой против Хускара, но не на такой стадии, конечно. Сейчас он ничего же не может сделать. Без ульта, без даггера. Это все. Че, у него пятый или шестой уже спор? Жесть. Просто жесть, как она есть. Как на топор. Ну, сейчас собираюсь в будущем фармить этот лес, ебаный. Пока не пойду, наверное. Не боюсь. Сука, просто донается, он ничего не сделает. Испугался, хорошо. Так, наш 6 левел наконец-то взять его хлебущий. Чтоб я хотя бы смог хилиться. Мне Хускара не забрать, там невозможно. По крайней мере, я могу хилиться. Хоть что-то. Молодцы, молодцы. Мне очень надо. Ой, хорошо! Восьмая минута, даггер! Ой, хорошо! Так, я тут фармлю. Окей? Без проблем. Надо очень убить Хускара, потому что мы его, кстати, не убьем, наверное, с Ванга. А может, и убьем? Не, наверное, убьем. У нас аура и станчик. Пойду фармить на линию, да? Может без ботла играть? Хотя не, на боту в этой игре. Я не смогу без ботла вырулить. Я не успел лотар нафармить очень быстро. У меня 9 минута, у меня вообще ничего нету. Тут нету смысла уже. Лотар по-любому будет очень поздний. С этим ничего не поделать. Надо покупать все, и стик, и ботл, и всю хуйню. Со всей хуйней, так сказать. Бля, я его не видел. Ну, в любом случае, надо бот, у меня уже мана нет.
Right. Надо ботов, да. Надо было сразу нажимать ульт, а не прыжок. Когда он на меня напал, это аж, конечно, я немножко ошибся. Да, очень быстрый армлет, конечно. Тем более тяжело. Ну, у нас Акс 3-0, это радует. Если Акс получит 11 левел по пластику, он будет его куска срезать. И будет на Найс еще все. Там еще есть Дум. У него 2-1. И он меня будет контрить. На ботл. Ботл. Ну тут я в этой игре ничего не решаю. Тут моя команда должна что-то делать. Потому что я стоял на такой линии, на которой ничего нельзя иметь. По дефолту. Я слишком идеально играл, и все равно у меня ничего нет. Даже при идеальной игре. Не увидели тут или как? Отлично. У него маны много. Мы его не убьем, ребят. Просто срезает Акс, контрит Хускара, это очень хорошо. Если бы сейчас не было у нас Акса, это было бы пиздец, а не игра. Даже Кубан Питы хорошо играет. 1-0-5, просто красава. Главное это идеально играть. А там похуй. Можно против всего выиграть, даже против Дума, блядь. Когда тебе Хускар не давал вообще ничего на линии. Без ошибок, спокойно. На изиче. Я так понимаю, что он забрал руну внизу, да? Ну, это походу 100%. Блин, там еще шторм, это тоже меня контрит на самом деле. Потому что, если у меня мало итемов, то шторм меня контрит. А если нормальный итемов, то уже похуй, конечно. О, не забрали. Надо помочь, лол. Постой, я могу не помочь. Patience, patience. Кто знает, у нас только герои убивают всех. Я вижу Дума, я боюсь просто куда-то пойти. Против Дума. Отлично, отлично. Получаю деньги, получаю фраги. Это очень важно. Мы выиграем. Очень хорошо. У меня лотар снова. Хотя для такой игры это уже в принципе и быстро будет. Если я не умру. Для такой игры, когда у тебя вообще ничего на линии не было, вообще никакого фарма. Так, я должен зафармить? А, нет. Okay. Так, тут вижна нету. Очень хорошо. Значит, руна... Нет, есть вижн какой-то. Где-то есть вижн. Мне где-то видно. Now you're talking, in you go. На, он умер, это все. Я на Doom решает. Плохо. Я буду этим быстро. Right. Ну бля, зачем Венга фармит таких крипов? Мне же не нужны. Да, блядь.
меня бы сейчас был лотар. Значит, без лотара мне лучше, Ванга считает. Окей, похуй. Блять, был бы лотар, если бы Ванга не зафармила моих крипов. Скучно. Нахуй тебе на саппорте эти крипы? Они игру не решат, а я с лотаром решу. Если я сейчас умру от сторма какого-то, я просто все, это конец игры, я сгорю. Потому что это нечестно. Почему ветка несется, блять, они... Вы что, дебилы? Ветка несется! Как это? Я же... Переконтролили, блять, на ветку. Ебанутые на всю голову, хуесосы. Что значит Wave of Terror cooldown? Ты что, долбоёб? Куда ты его юзал? Так, я буду линку собирать первыми кнопки. Очевидно. Надо брать пустой. Good. Пускай можно соло арсенал забрать. С армлетиком вообще. Там только армлет нужен. Он будет пилить, пилить, пилить и запилит. Это прикольно, конечно. Что, хосту забрал? Не знаю. А что делать? Я не знаю, фармить негде, а если я пойду фармить, моих всех убью. Будет прикольно. Да, там дум с гемчиком. А даггер у него есть? Ну 3-1, конечно. Конечно, гемчик. Да я не знаю, думаю, есть даггер или нет, мне никто не сказал, мне сказали, что не с гем. Да, даггер есть. Ну хорошо, хоть не лотар, потому что лотар плюс гем это в 100 раз хуже. Дум с даггером это еще нормально, но дум с лотаром это пизда. Против дума с лотаром невозможно играть на сладке, это есть такая тема. А против даггера еще нормально играть, более-менее, потому что... Ну, пока он его забрал. А не думал, гем где? Где гем? Бля, дебил, вы игру проиграете мне. Хоть я тут особо не тащу, потому что у меня не было никакого фарма. У меня 3-0-2 все-таки. Я заслуживаю победы. Потому что я играл идеально, без единой ошибки. Yeah. Okay.
Ладно, проигрываем игру, если он не хочет выиграть. Долбоёбный инвокер просто не хочет гем спрятать. Мы там кого-то могли убить вроде, но я в чат писал, но он сам виноват. Не хочет гем прятать. Это он виноват, что я в чат писал. Если он долбоёб, блядь, конченый, сука. Я ему пытался нормально написать, спрячь гем, блядь. Ну ему похуй, не понимал. Он его отдаст, и мы пройдем игру. Я плыву по парню. Пол драки не намечается, потому что. Если Дум, конечно, такое не сделал, чтобы меня сейчас убить. Бля, хуй знает, где Дум? Где Дум? Где Дум? А вон он. Я хочу идеально отыграть. Ноль ошибок, ноль. Потом буду команду обменять, найди еще. Бля, я пошел сюда, я боюсь. Пиздец. Никого не вижу на карте. Вот, иллюзии мои, вот вы пофармите, вам похуй. Я бы даже поставил одну иллюзию фармить, чтоб наебать, но одна иллюзия хуёво фармит. На самом деле. Так, мои там убивают без меня, этого пофармлю лучше. Соло. Чисто. Чисто, чисто! Изи. Изи добил там на иллюзиях. Ха! Так, ну если думаю, прыгни на меня сейчас не похуй, мои союзники меня спасут. Правда? Правда, гайс? О, давайте думай, ебать! Нет, это анигма. Куда? Ты уже умер, друг. Не, фраг тебе не дам, Макс, извини. Мне нужны деньги. Бля, идеально играю. Кайф, 5-0-2. Против такой линии, это жесть. Просто все заебись. Ну команда, конечно, у меня хорошая на этот раз. Ну она должна быть хорошая, как я могу сам что-то сделать? Когда у тебя линия хуевая, и ты не получаешь никакого фарма, то очевидно нужна хорошая команда, иначе, как иначе, по-другому. Ты же не можешь без фарма выиграть игру, правильно? Какова реальность? Бля, охуеть. Просто разносим. ФБшка, то, что я ФБ сделал вначале, очень зарешала. Хотя Кубан Питте пытался заруить мне ФБшку. Кто не видел, короче, я делаю паунс на Джакира, а Кубан Питте станет, не дождавшись окончания паунса. Ну, блять, ну это лоу скилл, конечно, он старается. Это лоу скилл, но он старается. Главное, что он старался, собственно. Похуй, что лоу скилл. У него 1-2-12, нормально. Даже если человек low skill, но если он старается выиграть, это очень хорошо. Это намного лучше, чем, не знаю, чем mid skill, который не старается выиграть. Согласитесь.
Это намного лучше, чем мидкил, который не старается. Почему, блядь, я не первый? Я же самый главный. Я пойду за рофлю попробую. Думаю, убью волка, нахуй тебе волк. Интересно. Ну, заодно проверим, есть ли тут типа сентрики. Ему, наверное, волка буду брать, я его не заберу. Хз, нахуй тебе волк. Кстати, Джакира мог забрать, но я пробежал мимо. Я уже решил забить хуй. Это такое, это ничего не решит. Забрал его там один раз или не забрал? Так, ну БКБшку фармить, это фривин. Правильно? Чем мы делаем там? У него какие-то спуск сделал, ну ладно. Так ты его не теряешь, так и будет хорошо. Так вот, для Акса, так понимаю, ты там еще будет форма. Блять! Я не хотел забирать, но забрал саму. Сори. У них всех БКБ, жесть. Да я зря напал, наверное. Я ждал, что Акс будет как-то порасторопнее, на самом деле. Я умер. Что мне купить, наверное, это лучше. Не, это. Чё там голос? Вы что, дебилы, вы меня отпустили? Как тут можно было выжить? Как? Нахуй вы в доту играете, ау? Зачем вы в доту играете, ребята? Вы нулевые? Как мне можно было тут отпустить? Как я мог выжить? Вы чё? Вы чё, реально все такие нулевые там? Теперь я понимаю, почему я выигрываю. Там противники, походу, вообще ДЦП. На меня кинули дум, и меня окружает 5 героев, и я выжил. У вас чё, ДЦП? На рыльничах? Просто выжил. 5 героев, похуй, не проблема. Выживаем. Горош. Бля, ну почему он должен уже был быть? Ёб твою мать. Надо было проверить сначала, что я за ДЦПшу. Тогда пофармлю стаки. Ну с БКБшкой я вообще неуязвимый. Вы видели, что он сделал? Что-то там еще пропердел. Мне похуй, что ты там сказал. Я на тебя обиделся. За это. Блять, гандон. Да у него БКБ, я его не убью. Мне это неинтересно. БКБшник ебучий. Бля, я сначала волка убиваю, давай без хуйни. Твоих собак буду уничтожать, а потом тебя! Убил, блин, собаку ему. Так, я похилюсь. Тут я заберу Эгис, это будет изивин. Главное, что папич забрал, а не какой-то пылесос, да, спешно.
Варт. Вардерина. Это не фармер? Right. Это динамит до фармера БКВ. Них есть вижен? Нет. Ну и ладно, чё. Нет, поебать. А зачем? Я хочу забрать баунти руну сначала, потом воевать. Я хочу продать еще топор. Кстати, Orb of Venom. Мне уже топор не нужен, думаю, на этой стадии. Ну, в смысле, топор я потом еще, может, положу. Ой. А, да ладно. Я сделал это. Мне кажется, Orb of Venom на такой стадии лучше, чем стик. У меня уже достаточно хп, мне стик уже не нужен. В принципе, вообще. А Orb of Venom это очень полезная вещь. Очень полезная вещь. Очень. Я только что, знаете, что я сделал? Я только что проебал почти игру. Но нет, не проебал. Великие силы. Что же происходит? Зачем я дайвил? Зачем я задайвил? Игра уже идеальная, нахуй это дайвить? Вот это говнище просто задайвил. Просто в такое дерьмо залез. Догоняйте его, мы его убьем. Он же блинк сделал, почему нет? Ладно, похуй. Пока я там затанчил, моя команда в итоге разобралась. Хотя Doom на меня не кинули, странно. Мне должны были линку сбить и кинуть на меня Doom. Зачем он кидает? Мы же не подошли. Бля, еще я не добил. А я хотел. Ну, сори. Так, а что мне дальше собирать? Ну, на башу? Да, пожалуй. Не, на МКБ надо будет. Потому что малибарды будут. Так что МКБ тут, скорее всего, пригодится. Посмотрим. Бля, зачем я убил катапульту? Why don't you deny the siege creep, man? We're pushing. More like it. Fuck you. Кубан Питта недоволен. ДЦП Питта. Сори. Ого. Чё это за атака такая смешная? Сколько там саундс? 8. Меня не видно. Ладно, нету. Все в порядке, Рино. Может прикольнуться, прыгнуть на них. Пусть они БКБ потратят. Я смогу убежать. Что ему думаю, рефреш будет или нет? О, какую-то хуйню собираю. А не, он ногами собирает с БКБшкой. На самом деле не так уж плохо. У меня есть Агис, мне похуй. Это конец. Это ГГ. Это изи. Вот какая игра бывает, когда ты идеально отыграл, и твоя команда хорошая, более-менее. Главное самому за собой следить. Когда ты сам хорошо играешь, то все как бы удачно складывается. Зачастую. А если ты, вот тебя разозлили, и ты как-то злой уже, и ты хуёво играешь, то... Бля, меня кто-то заблочил, на лапу. Просто вот я такое удовольствие сейчас получаю. Я идеально играл. У меня вот 7-0-9 против линии Хускар плюс Джакир. 1-2 против них. У меня 7-0-9 и слоты, и все, блядь, просто заебись. И мы выиграем вообще с разгромом. На изич. Просто кайф. Ой.
Сторма ДЦПшка или что? Может и так. Так, мы выиграли 100% или как? Может не собрать Этернал? Хотя, наверное, Этернал даже по фанчику нет смысла собирать, там же Хускар. Это не серьезно, я соберу бабочку, например. Это было бы по фанчику. Вот бабочка, да, бабочка это по фанчику. Так бы я бабочку не собирал, я бы собирал МКВшку или Рефрешер. Или Супербашер. Просто не все итемы, они полезнее бабочки, на самом деле. Бабочка это на Сларке, это редкий выбор. Типа, чем тебе поможет бабочка, если в тебя все-таки кинут Дум? Надо сделать так, чтобы тебя его никогда не кинули. Этому способствует или Рефрешер, или Абиссал, типа за фокусе Дума. МКБшка тоже нужна, потому что, типа... В любом случае, рано или поздно, если бы игра была такая более-менее равная, то у Хускара появилась бы Алибаба. Это всегда. А у Хускара есть одна особенность, если кто не знал. Если у Хускара есть миссы, его пробить невозможно. Ну, есть такая тема. Хускара с миссами пробить нереально, это просто вот проверено временем. Там всегда надо МКБ, против Хускара. Просто загрыз, блин, бедняжку. Right. Чё, Акс рычит без повода. Там чё, драк? О, думочек потратили. Не радует этот дум. I said good day, sir! Godlike. Изи для меня. Как для повелителя этой игры. Кайф. Победочка на изичке. Тебя не туманы, ты умер. Бля, я его не убью. Охуеть. Слишком сильный. С бронючкой. А как его должен был убить? Прикольно. Ну даже с бабочкой я не хотел ДПС. Под фонтаном его захуярить. Как это я так прыгнул, что не попал в... Чё, и промахнулся, блядь, штрафу? Ой, вам. Бля, мне не получается имитировать смех Славка, чё за хуйня? Бля, не просто не получается, уже второй раз пробую, это хуйня. Ну, бля, вот и чё? Кто это рофлит? Бля, ну у меня было 0 смертей, идеальная игра, чё я сделал? Бля... Внезапно он всю игру играл хуёво, и он решил моментально дать Level Death на линку, и... Моментально просто, чисто моментально. А всю игру играл хуёво. Внезапно он решил всё. Всё, пора заканчивать. Теперь я научился играть. Вовремя ты, блядь, научился играть. Когда всем похуй уже. Я не буду байбекаться. Я хочу сделать портал к нему лазу. Куплю травела. Я буду круче выглядеть в мочелисте с травелами. А если я байбекнусь, у меня уже итемов не появится. Понимаете? Ого, какой-то чемпион доты. БКБ включай. Наверное, когда... Мега Крипс. Бля, ну обидно, играл идеально и взял и умер зачем-то. Ну зачем? Ну вот зачем я это сделал? У меня не раз такое бывало, еще в первой доте я...
Допустим, играю в первой доте за Ксина, у меня счет 20-0, там, не знаю. А потом я иду и умираю в конце игры два раза под фонтаном, или три. Или за скелета то же самое, счет типа там вообще пиздец космический. Я иду под фонтаном, дохну. Даже с рефрешером. Хуй знает, зачем я это делаю. А здесь, блядь, почти то же самое. Умри. Тебя ненавижу. Сука, на. Даже не я убил. Я обиделся на дома. Хотя ладно. Фри ПТС. Плюс 25 легчайших ПТСов. Very nice. Очередная хай ПТС катка, заметьте. Что-то меня стало кидать вообще в игры космические. 5800 немного. Ну вот 5775, это самый низкий. У нас Акс все продал. Что это за мода в конце игры? Просто продавает все, что долбоёб. Рофлишь, типа, или как? Ты себе ГПМ понижаешь, насколько я знаю, если ты все продаешь. Если не ошибаюсь. Я хуй знает. Разве у Акса ГПМ больше, чем у меня? Такие митные. Сомневаюсь. Ладно. Ладно. Сделаем скриншотик. КПТС игра все-таки. Легчайшие 25. Хорошо сыграл. Все. Пока все. Удачи.